За разведение костров, сжигание хвороста и сухой травы в лесах для граждан предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – до 60 тысяч, юрлицам – до 500 000 рублей. Если действия приведут к пожарам в условиях особого режима безопасности, штрафы увеличиваются кратно. Сумма взыскания для физлиц достигнет 60 тысяч, для должностных лиц – до 110 тысяч, для юрлиц – до 2 000 000 рублей. Если же неосторожное обращение с огнем привело к уничтожению или повреждению леса, и сумма ущерба превышает 10 тысяч рублей, то виновного ждет не только штраф, но и лишение свободы до 4 лет.